Ник Джуниор в кино представляет. Весь Гавкинбург во льду. И только щенячий патруль может спасти королевство. А в Аксель-Сити произошла таинственная пропажа зубных щеток. Вспыш и друзья спешат на поиски похитителя. Не пропустите. 15-й выпуск «Ник Джуниор в кино», «Щенячий патруль» и «Вспыш и чудо-машинки». Особое задание. В кино с 3 марта.